Большинство обреченных на смерть евреев пребывали в Аушвиц-Биркенау с убеждением, что их вывозят на поселение, на восток Европы. Особенно это касалось евреев из Греции и Венгрии, которым немцы даже продавали несуществующие участки под застройку и земли или предлагали работу на фиктивных заводах. Именно поэтому люди, направленные на уничтожение в лагерь, часто привозили с собой самые ценные вещи – драгоценности и деньги. Yes.